Доброго времени суток, YouTube, доброго времени, уважаемые коллеги, и это видео для медиков. Заключая договор с НПЦ ЭКМЭ на проведение в рамках 749 приказа обследований, медики получают от нас, у нас сейчас на данный момент заключено 14 договоров, и каждый медик работает и хочет работать не только по 29-му Н приказу, но и по приказу 749Н. Это расширяет функционал медицинских центров. Вокруг сплошь и рядом у нас потенциально опасные предприятия с производствами потенциально опасными. И, соответственно, лиц опасных профессий мы с вами, понятно, уважаемые коллеги, проводим не по 29Н, а по 749Н приказу. Соответственно, заключили с нами договор и получаете от нас следующее в рамках приказа 749Н. Первое. Вы получаете оценку психического состояния ваших пациентов. Давайте я покажу вам, открою это. Методика MMPI. Вот это наши результаты с помощью нашей программы полученные. Это методика. Так, вот сразу у меня здесь открылась анкета. Мы собираем анкету краткую. Тоже наша программа это делает. Мы, это второй лист анкеты, мы получаем, вернее, вы получаете от нас с помощью нашего программного обеспечения, вы получаете результаты по методике РДО, реакция на движущийся объект. Так вот они выглядят, эти результаты. Вы получаете результаты по методике СЗМР, сложная зрительно-моторная реакция. Вы получаете результаты по методике ПЗМР, простая зрительно-моторная реакция. Вы получаете результаты, да, то есть вот здесь они все отображены, ММПИ, ПЗМР, СЗМР, РДО, анкета. Соответственно, АЗ-спектр, программа автоматически формирует результат. Давайте я вам его покажу. Результат обследования. Так вот это выглядит. Автоматически подставляет группу, в которую попадает по своим результатам ваш конкретный работник, кого вы обследуете. И вы получаете в конечном итоге справку по форме приказа 34С в двух экземплярах. Так вот она выглядит. Вот в данном случае конкретные результаты по работнику «Газпромнефть» Ноябрьск, нефтегеофизика. То есть медицинский центр, с которым мы заключили договор, получил наше программное обеспечение, провел обследование у себя на месте, без командировок для этого предприятия, без командировочных расходов, каких-то сложностей. Сел за компьютер работник. 1-2 компьютера поставили у себя в медицинском центре. Программное обеспечение бесплатно от нас получили. Соответственно, проводите такие обследования. Мы их отправляете нам. Мы их обрабатываем, эти результаты. И, собственно, формируем заключение по приказу, как я сказал, 34С. Отправляем вам ускоренной доставкой почтой России с предоставлением трек номера. Сколько угодно результатов. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Сколько вам потребуется. Сколько работников вы обследовали за это время. Вы получаете наши результаты. И, соответственно, спокойно оформляете справку для лиц опасных профессий по приказу 749Н. Все очень легко и просто. На данный момент, повторюсь, у нас 14 договоров со всей России. Это ваши конкуренты. Казалось бы, Россия велика, но кто успел, тот успел. То есть вот мы 14 договоров заключили, в вашем регионе уже появилась такая онлайн психофизиологическая лаборатория. Они смогут, а вы не сможете. Или же заключайте договор с нами, чтобы вы тоже могли, значит, заключать спокойно и свободно с контролируемым вами контингентом предприятий и организаций, которые вас окружают. Заключать договор на основе не 29Н, а на 749Н для лиц опасных профессий, соблюдая закон. Одним словом, вот такая вот история, она очень простая, элементарна, требуется, пожалуйста, мы можем это предоставить. В этом случае мы выступаем как узкие специалисты наряду с вашими, кто сидит у вас на местах, там хирург, терапевт, офтальмолог и так далее. Мы узкие специалисты, оказываем услуги через интернет онлайн, предоставляя бесплатно программное обеспечение,
обрабатываете результаты и, соответственно, все довольны. На этом все. Благодарю за внимание и удачи вам!